Друзья, всех приветствую на канале. Я тут обложился всякими моднейшими безголовыми инструментами. Это Strandberg Boden и Ibanez Q527. И сегодня, соответственно, будет разговор про гитарный хай-тек. Частенько в комментариях люди пишут, нахрена вот эти все безголовые, обрезанные гитары, без жопы, без головы и вот это вот все. И, соответственно, расскажу сегодня нахрена, какую пользу из этого извлекаю, почему это мне нравится, почему это удобно. Ну и для начала у меня много всяких разных инструментов и с головами, и с жопами даже, и с тремоло, там, и с флойдами и так далее, но основные рабочие инструменты у меня вот эти два, они со мной ездят постоянно в разные города и страны и, в общем-то, являются, ну, процентов на 90 рабочими инструментами. И, собственно, в чем заключается главное преимущество? Ну, начну, например, со Strandberg. Ну, во-первых, давайте покажу габариты инструмента. У меня, к сожалению, нет стандартной гитары сейчас с собой, но, в принципе, раза в полтора она будет меньше за счет того, что нет вот этой задней части, нет головы, и все это супер удобно при транспортировке. То есть она помещается в чехол размером как, типа ружейного, либо теннисного для ракетки, вот что-то типа того. Но, соответственно, единственный есть минус, на такие чехлы очень сильно косятся всякие таможенные работники, всякие проверяльщики, потому что думают, что там оружие. Но, в принципе, это можно пережить, это такая себе мелочь. Вот. Итак, первое – это размеры. Второе. У вот таких вот модерновых инструментов часто очень много преимуществ по эргономике. Да, вот, ну, Strandberg, например. Ручки громкости, ручки тона. Обычно они располагаются ровно под звукоснимателем, и обладатели всяких стратокастеров, я думаю, знают прекрасно, насколько это мешает при игре, то есть палец постоянно бьется, что-то закручивается и так далее. То есть для меня вот это идеальное расположение, мизинец отлично дотягивается до этих ручек, все прям удобно и не мешает при амплитудной такой широкой игре. Дальше идем. Ну, возьму другую гитару, тоже про эргономику поговорим. Вот, здесь у нас ручки не так прикольно расположены, и вот здесь рука немножко втыкается. Да, это, соответственно, недоработка, я бы вынес, соответственно, эту ручку назад. Ну, уж такая вот модель. И дальше обращу внимание на бридж. Обычно как? Все привыкли играть к прямым бриджам. Но здесь он располагается под наклоном, и сразу прошу обратить внимание, как у нас располагается рука. Более такое эргономичное, более привычное положение руки – это под наклоном, то есть рука автоматом ставится вот так. И, соответственно, на мой взгляд, это очень удобно и дает больше контроля при глушении. То есть это прям супер такой неочевидный, но супер удобный момент. И для людей, которые к таким наклонным бриджам не привыкли, внезапно это кажется все очень удобным. Дальше по эргономике пару моментов. Еще раз, размер инструментов дает меньший вес, соответственно, этих инструментов. Что-то там 2,7 килограмма и так далее. Если взять стандартный какой-нибудь там трушный Gibson, ну или какие-то еще другие тяжелые инструменты, мне, помню, Ibanez баритон один попадался, дико тяжелый. Короче, кто играет, времени не очень много, да, там сел на полчаса, пожужжал, в принципе, это будет не критично. Для меня, как человека, который сидит с гитарой там по 6, 7, 8 часов подряд, это является супер важным таким критерием, потому что сидеть с инструментом, от которого не начнется в ноге гангрена, ну, это как бы важно, да, и спина не устает там и так далее. Поэтому вес инструмента в данном случае решает. Те же самые длинные репетиции, вот трех там шестичасовые, кто знает, тот знает, да, что такое на спине протаскать вот 4-5-килограммовую гитару и 3-килограммовую, это будет очень большое значение иметь. И, соответственно, с балансом у них все при этом отлично, потому что отпилено здесь, и, соответственно, инструмент хорошо держится на ноге. Далее, что является для меня тоже достаточно важным, это легкость отстройки инструмента. Вот есть у меня, например, замечательный стратокастер 93-го года, у которого анкер крутится только в ситуации, когда гриф снят. Ну, чтобы отстроить, соответственно, гриф, высоту и все такое, надо гитару разбирать. Это, как по мне, страшная дичь, потому что, ну, так не должно быть, так неудобно. И, соответственно, на скорости, да, что-то там быстро подрегулировать. Допустим, я приехал в место, где влажность поменялась. Вот я сейчас в другом городе нахожусь, да, гитару неизбежно как-то немножко поведет. И мне очень важно легко, когда можно это сделать, да, и, соответственно, вот, например, на этом Ibanez'е, как вот на многих там мюзикменах, картах модерновых, гайка анкера расположена вот здесь. Это супер удобно, ключ засунул, крутанул, и, соответственно, все очень легко и просто делается. И последнее, о чем нужно сказать, это мультимензурность инструментов. Ну, правда, в моей ситуации тут не такая уж она и сильная, да, у Strandberg это разлет ладов от 25
до 25,5, соответственно, на первой струне мензура чуть покороче, здесь вообще мензура прямая, и, по сути, здесь лады, просто наклонные, да. Какие проблемы могут возникнуть? Немножко визуальный контроль сложный, да, вот когда берешь гитару, смотришь на, там, условно, 17-й лад какой-то, глаз видит, соответственно, лад 19-й, примерно так, и можно ошибиться, и с непривычки, да, такое было, но, как бы, привыкаешь, со временем контроль появляется, вообще никаких проблем. И, может быть, неудобно еще немножко ставить, там, какие-то барашки в первых позициях. В остальном, как бы, по сравнению с обычной гитарой, с прямой мензурой, без наклонных ладов, проблем вообще никаких, в принципе, не возникает. Если подводить итоги вот всего, о чем я сказал, да, то, в принципе, я ни слова не сказал про звук, потому что звук инструмента максимально такая субъективная характеристика. Кому-то нужен Strat, кому-то нужен Gibson, кому-то нужен вот такой семиструн. Это все индивидуально. То есть у меня критерии, именно вот почему я выбираю такие инструменты. Да, их можно потом скорректировать заменой звучков, поперебирать там среди производителей что-то, найти под себя более подходящее. Но именно удобство является ключевым фактором. И вот эти вот мультимензурные инструменты, да, безголовые, маленькие, компактные, легкие, дают, как правило, большее преимущество при использовании именно таком плотном, когда нужно много сидеть с инструментом. В общем, как-то так. Ну, как обычно, лайки, подписки, комментарии пишите, на занятия приходите. Всем до встречи в новых видео. Всем пока.